Меня зовут Хабиб Нурмагомедов, мне 25 лет, выступаю в 155 паундов. Ну, я родился в Дагестане, в Республике Дагестан, в России, и приехал оттуда, в Калифорнию. У меня следующий бой состоится в штате Флорида, город Орландо. Это будет 19 апреля против 5 номера в мировом рейтинге. Бразилец Рафаэль Дос Аньос. Боец очень хороший, тоже так же, как и я, имеет победу из 5 боев подряд в UFC. И я думаю, будет очень серьезный и тяжелый бой. И вот поэтому я здесь готовлюсь к этому бою. Ну, судя по сопернику, да, я думаю, что это будет, может быть, это будет самый тяжелый бой. И я готовлюсь к этому бою, как будто это будет самый тяжелый мой бой. Yeah, I think that this opponent is very super. Ну, сколько я себя помню, я в спорте, и я уже, отец у меня тренер, и всю жизнь я вырос в зале. Сперва выступал по вольной борьбе, потом выступал по дзюдо, потом выступал по боевому самбо. И после этого уже перешел потихоньку в профессионалы. В 2008 году у меня был дебют в профессионалах. И, конечно, кто дерется в профессионалах, у него у всех есть мечта, это драться в UFC. И вот так потихоньку, как я уже себя пришел, я уже очутился в UFC. В 2012 году, в январе, у меня был дебют. Ну, утром, как всегда, у меня будет пробежка. С пробежкой приду, позавтракаю, отдохну, обедом заново спарринги, схватки. Заново иду домой, отдыхаю, вечером прохожу. У меня ударная техника, кроссфит. И каждый день вот так, в неделю 5-6 раз. Конечно, бывает тяжело, и, наверное, любой боец скажет, что тренировка – это самая тяжелая часть его карьеры. И я считаю, что легко ничего не бывает. Чтобы добиться, надо жертвовать и идти тяжелым путем. Легкий путь в этом спорте нет. Сколько я пока рос, где-то 17-18 лет, когда было. Многие, когда считают, что ты маленький, а в душе ты уже считаешь себя взрослым, приходится каждый день драться, и особенно на улице. Там, в школе, на улице, на тренировках все равно дерешься и растешь драками, короче, можно сказать. И уже, когда выходишь там, где-то уже на UFC или где-нибудь, ты знаешь что будет судья, будут люди смотреть. Если тебе больно или плохо, ты можешь сдаться, бой остановится. И после того, как ты много раздрался на улице, драться в клетке уже для тебя уже ничего не стоит. Мне всегда вообще с детства тренировал мой отец и всегда вел мою карьеру, помогал мне во всем, подготовиться к каждому сопернику. Всегда изучаем соперника, сядем, смотрим видеозаписи моего соперника. И все время самая большая мотивация – это мой отец. Ну, если Всевышний даст мне эту победу, я хотел бы подраться, конечно, за пояс. Но если придется подождать, я бы хотел бы еще один бой сделать. Ну, если после этого боя, может быть, сделаю следующий бой в конце этого года.